по-прежнему в строю. Совет ветеранов выполняет большую общественную нагрузку. Они занимаются патриотическим воспитанием, решают проблемы пожилых людей, участвуют в жизни столицы республики. Валентин Соловьев – один из активистов ветеранского движения. Глядя на Валентина Сергеевича, и не скажешь, что ему уже 91 год. Он пережил многое, но по-прежнему бодр и активен. Про таких говорят – всегда в строю. Валентин Соловьев ежегодно проводит десятки мероприятий патриотического характера. Охотно делится с подрастающим поколением своими знаниями, опытом и секретами долголетия. Главное, занимался спортом, военно-прикладным видом спорта. Особенно я полюбил стрелковый спорт. 4 февраля он в числе первых получил юбилейную медаль к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. И еще письмо от президента России. Уважаемый Валентин Сергеевич, от души поздравляю вас с юбилеем. Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны. Своим трудом создавали богатство и мощь страны. И через годы несете любовь к родине, веру, правое дело. Подвиг вашего поколения – это поколение победителей. Будет жить в веках, объединить наш народ во имя больших созидательных целей. Желаю вам бодрости, духа и благополучия. Президент Российской Федерации Путин. Совет ветеранов, в котором состоит Валентин Сергеевич, ведет активную общественную работу. Их опыт и мудрость всегда будут востребованы. В этот раз на встречу с ветеранским активом пришел прокурор Ленинского района. Мы предложили, чтобы в нашем городе Чебоксарах был построен обелиск или памятник, посвященным труженикам тыла. Прокурор Рамиль Рафиков выслушал каждого ветерана, ответил на интересующие их вопросы. Речь шла о пенсионном обеспечении, жилищно-коммунальном хозяйстве и благоустройстве района. Александр Соловьев, Бахтияр Велиев, Республика.